Всем привет, с вами Минди. И вот сейчас у меня произошло то, чего я не ожидал. Ну, как вы знаете, я вам говорю, что я, когда не снимаю Майнкрафт, я все равно в него иногда играю вот так, ну, когда свободное время есть. Или не во что играть, пожалуйста, например, не надоедает. Так вот, я решил сделать такое маленькое путешествие, и я нашел алмаз. Вы, конечно, скажете, что я бред какой-то несу, что я их читерил, потому что мне часто так говорят. А сейчас заходим. Заходим на читы. Отличить читы, и мне показывается. Отличить достижения. Как вы знаете, если просто вот сразу включить читы, выключить и обратно, то такое уведомление не приходит. А у меня приходит. Значит, я не читерил. Я вот такую, типа, карту и решил погулять. Ну, тут видно. И то, что первые алмазы найти, это очень хорошо. Блин, их, конечно, здесь 4, но... Мать вашу, что это было? Кто это? А вот теперь, я думаю, мне надо бежать отсюда подальше. Только вот как. Сейчас я немного пошулю. Вот так, все. Блин, а что мне теперь делать? А я немного запутался, куда мне надо идти. Ох, надеюсь, я распутаюсь отсюда. И смогу выйти. Железа нам уже не надо, у нас его очень много. Закроем. Все. Сейчас будем идти по факелу. Ну ладно, еще немного железки. И я, кстати, понял, что делает щит. Вот щит это вообще, он сейчас нам так будет помогать. Так, ну, тут неплохо, так мы взяли железо, оно все никогда не бывает лишним. Это мы здесь были, но нам тут не надо. И сюда. Стоп, а где наш выход? А вот он. Надо как-то сюда перепрыгнуть. Фух, мы перепрыгнули. Дальше факел один. И вот сейчас мы будем идти домой. Так, и я не зря поставил тут много факелов. И вот когда я вернусь домой, я продолжу видео. Так, я выбрался из пещеры и попал в какое-то незнакомое мне место. Раньше я здесь не был, но у меня есть карта. Что? Это много ламп? А чё они так вместе ходят? Стоп, это что, житель-бродяга? И это житель-бродяга, извините. Которого мы сейчас истребим, потому что... Да шо вы бьетесь? Вот так. И пихаем. Все убили. Так, житель-бродяга, что ты там можешь продать? Нет! Не-не-не, не обижайся, нечаянно. В общем, я же вам говорил уже про обновление. Вот эти мне тронуть. И я находил здесь такую вещь, как один изумруд. Один семена тыквы, тыква, а вот семена... А вот семена тыквы я не против так отдать. Ну, у меня, да? Где мой изумруд? Да, семена тыквы есть. И сейчас будем как ориентир идти нам домой. Угу, вот, ориентир у нас вот этот. Горы. Нам надо быстренько поесть. Если у нас, конечно, не да, есть. Фух, есть. И овечка. Я, кстати, спасибо вам, то, что вы очень внимательно смотрите мои видео, иначе один из моих друзей заметил, что в какое-то время я просто брал и нечаянно убил свинью. За это ему тоже респект, за то, что вы внимательны.
Стоп, а где, куда? А! Я знаю, куда нам надо бежать. По крайней мере, и догадываюсь. По крайней мере. Кстати, стоп, тут очень много деревьев. Мы сюда будем не раз приходить. Блин, я просто зашел через один путь, а вышел через другой. И поэтому я без понятия, где мой дом. Так, это у нас зимний биом. У нас, да, кстати, там тоже есть она. Да! Мы пришли к нашему дому! Юху! Это, блин, пещерка какая-то. Это не важно, мы возле моего дома. Наконец-то. Фух, это, конечно, суперное у нас видео. Я даже не знаю, как его назвать. Блин, назову просто путешествие, потому что сейчас я пойду вещи поставлю и буду дальше ходить путешествовать. Только уже вот нам надо новую кирку купить. Наконец-то нам пригодилось это дофига угля. Оно, его реально у нас тут стак. Выкинем еще. Нам блоки нужны будут. Блоки земли мы можем заменить вот так. Так. Это нам не надо. Нет, карта нам нужна вот вместо этого. Сейчас мы возьмем то, что нам очень надо. И то, без чего мы обойдемся. Сейчас мы еще... Да, и когда зомби... нас... Когда было утро, там был зомби. И я его убил. И один кактус... помните? Секунду. Я... сейчас вам покажу. Я сам нечаянно туда зашел и не заметил. Помните, я... может быть, не помните. Может быть, это было позже видео. Сейчас вам покажу. Вот. Здесь я поставил кактус. И он вырос. Тоже хорошо. Ну вот сейчас нам... Ой, черная шерсть. Вот сейчас нам надо... Нифига, у нас еще здесь был уголь. Все. У нас этого угля очень много. И что нам еще надо здесь? Ладно, пойдемте. Не-не-не, пойдемте. Разделим. Мы должны разделить на много-много кусочков угля. Они не настолько прям много. Ну, если, в принципе, оно, да. Ну, в общем. Одна углинка, вторая углинка. И мы сюда так несколько штук поставим. 14 штук и 2 угля. Вот он, блин, 4 угля и 34 штука. Думаю, оно будет переплавляться, а сейчас мы пойдем к ферме, потому что мы давно не заходили к ферме. Я аж долго путешествовал. Конечно, то, что я сегодня алмазы нашел, это вообще супер. Видео, конечно, никогда не наберет хайпа. Но мне хайп не нужен. Мне нужно просто, чтобы кому-то было интересно смотреть. Я не люблю прям напрашиваться. И если вы заметили, то я редко выпрашиваю лайки. Потому что я делаю те ошибки, которые часто делают ютуберы. Вот так. И вот так. Где что? Ага. А вот мы, у нас уже ферма, блин, выросла не так, ну, не так слабенько. Один редиску. Да. Ой, плюс у нас еще 3 семена. И тыкву. Тыкву мы должны поставить отдельно от всего. Так, 3 семеношка. И вот где-то вот здесь мы поставим тыкву. Она должна будет быть отдельно от всех, потому что я смотрел, тогда они просто не растут. Все. Сейчас. А, еще одна семена. Давайте где-то сюда поставим. И пойдем дальше. Нам нужно покушать. И где наша еда? Нам нужно еще пойти и покормить наших овечек.
Потому что в последний раз, когда я с вами в прошлом видео общался, то там как раз свечка. И да, я знаю, Бравл Старс он уже починился, но, блин, мне просто не хочется сейчас идти, блин, и снимать по новой. Я сказал, что сегодня Бравл Старса не будет, и буду наставить на свое. Нафига вас тут? Одну корову надо будет заколоть. Это тебя мы покормим, и тебя мы покормим. И... Тебя. Все. Да, вас слишком уж много, сейчас я половину постригу, где мой ножницы. Потому что я уже голодный очень, и мне надо как-то взять еды и теперь поесть, и потом дальше пойти в путь. Ну и с собой тоже в путь какой-то еды взять. Если вам нравится такого формата видео по Майнкрафту, можете написать, в принципе, в комментариях. Так, где у нас... Ножницы. Не верстак. Вот сундук. И тут у нас всегда ножницы. Да. Придется взять. Пока мы этим всем будем заниматься, я думаю, уже вырастет наша... Приготовится уже наши блоки железа. Блин, со свиньями тоже мы их давно не кормили. Как всегда, одинокий ламой здесь ходит. У меня вообще возле... Я попал в таком месте, там, где много жителей. Вот этих бродящих жителей. Может, тут где-то рядом есть деревня, может, нет. Вот так. И тебя... Да вас невозможно подстричь уже, блин. Классненько все. Но тебя нам надо убить. Вот так. Тебя. И остается у нас их три. Ну, тоже. Все. Свиньи. О, уже вечер. Супер. Ну, так мяска набрали себе, и его, думаю, много. Конечно, видео о Майнкрафте не за планом. Но если вы заметили, то у меня много видео не за планом, потому что я думаю, что все будет ровненько, а иногда бывают какие-то лаги, иногда проблемы. Вот у меня ботаникалы до сих пор не загружается. Ладно. Что я тут вам рассказываю? 14 железа уже переплавила. А здесь сколько? 31? Все, 52 железа. Почти 100. А здесь мы можем, блин, раскласть. И думаю, тебя мы вот так. Да не-не-не, нам нужно одно. Одна штучка. Ну, две штучки, окей. Ладно. Что я сделал ради прикола? Ну да, ничего не выйдет. Что мы еще можем переплавить? А, так, толком ничего. Значит, у нас выходит, сейчас ляжем спать. Да. Угу, все, мы просыпаемся. Конечно, еда не приготовилась, а это кто? Это скелеты. Нет, зомби. Удобно прыгать на кровати. Ладно, сейчас одна жареная. А нам нужно реально что-то тут приготовить. Ну, ладно, стоп. Это мы вот так, это мы вот так. Новую кирку надо сделать. Новую кирку. Где наши будут? Конечно, у меня тут все уже по рандому, но ничего. Что мне вот так поставить есть?
Давайте-ка съедим немного тухлятины, чтобы восстановить жизни. И да, мы должны будем сейчас алмазы сложить, но там нужно сделать новую кирку. Кирку или кирку, это уже от вас зависит, кстати. От вашего желания зависит. Ну и, кстати, можно взять так немного палок, иначе их тут у нас мало. Где? Вот, железная кирка. Все. И остальное мы тратим на факел. Факелов должно быть много. А алмазы мы будем как в швейцарском сейфе должны уложить. И железо, кстати, тоже, оно мне всегда нужно. Паутинка, это нам не нужно. Кстати, броня нам тоже не нужна. У нас есть щит, он намного круче. И вместо еще. Давайте-ка мы арбалет не используем пока. И вот так. Нам она не нужна будет. Все. Так, все. Так буду уже идти. Только вот поесть надо. Жареную баранину. Да, конечно, можно убиться, но, блин, убиться неудобно. Тогда все аннулируется, вся еда. Точнее, весь опыт. Его станет намного меньше. Ты вообще никогда не растешь. Ладно. Идемте дальше. Если я раньше использовал вот так шел, то давайте и будем идти в ту сторону. Где-то вот сюда. Мечом в руках. Может, мы что-то найдем, потому что в ту пещеру я идти, конечно, пока не буду. Вот, то, что я говорил. Бьем. Стоп, а это тот кусок пещеры или... Да, это он! Мы его как-то должны наметить, что ли. Вот сюда будем поставить. В общем, эта тут пещера тоже неплохо. Не зря я взял ножницы, потому что в этом путешествии я буду еще овечек стричь и яйца брать. Супер! Только мы должны были по-другому кому-то. Да нет. В общем, факелы будем. И у нас сколько их? Две штуки. Ну, тут без разницы, чем брать. Овец я не буду убивать. Хотя, в принципе, мне мясо пригодится, поэтому... Курицу вот я не буду. Лошадь. Яблоки. Я не взял яблоки, лошадь. Может, ты поедешь со мной? А ты что, серьезно? Ну ты с... А, у нас же нету ночи. Не на чем ехать. У нас будет по-своему. Конечно, то, что мы живем в таком горном биоме, это неудобно. Ну, что ж пойдешь? Тогда подстричь мне тебя. А это что, это джунгли? Это джунгли или мне кажется? Сегодня мы, конечно, много всего получим с этих овец. Грибы. Возьмем их сейчас. Да, мы с тебя очень много чего получим. Ага. Ведьма меня убила. И я не знаю теперь, куда мне дальше идти. Это фиаско. В общем, я сейчас пойду искать, и когда найду, я вернусь. Реально. Потому, ну, не думайте, я нигде читерить не буду, я вам могу опять это показать. Стоп, у меня кнопка заела. Вот. Так что я сейчас быстренько вернусь. Быстро.
Мне долго прям мучиться не пришлось. Я быстро нашел свой лут. Правда, вот мне пришлось еще немного повоевать с этой ведьмой. Ну, так. И, кстати, блин, нам надо, главное, чтобы мы не упали, иначе одно вот такое падение, и нам все, и нам хана. А я не хочу, чтобы мы не было хана. Стоп, а где ножницы? Ага, ножницы. Фух, было, конечно, плотно. Только я не понял, это все-таки джун, кошка. Это киська? Это киська! Угу. Стоп, значит, где-то рядом должны быть деревня. Или у ведьмы есть свои кошки. И это бамбук. А вот здесь реально у нас начинаются реально крутые вещи. Серьезно. Реально крутые вещи. Я просто, если вы знаете, то всегда сижу в одном месте и все. А тут я, блин, немножко пошел так не хиленько так. Ага, нам грибочек нужен. А это мы можем сломать? О, мы еще и это сломали. Сэкономили немножко. Стоп, реально? Это, блин, новый, это что, биом? Биом джунгли. Так вот, нам надо поесть быстро. Все, это джунгли. Это арбузы. Супер. Вообще, это хорошо. Потому что я как раз в джунглях не был. Ну, вообще, в обычном выживании у меня не было настолько обширной карты, там, где сразу несколько биомов. Я вообще думал, что это у меня такой мир неудачный. А он удачный. Панда! Это уже не смешно. Это реально, какие я тут достижения делаю. Панда, ты хорошая панда или плохая панда? Нет, не волнуйся, я должен сломать панду. Панда, ты милая панда? Ты хорошая, да? Пандочка. Тебя можно посмотреть? Ой, бамбук. Уху. Уже, конечно, сейчас вечереть будет, зомбики. Но это все ничего, потому что мы нашли джунгли биом. Я говорю честно, в обновлении я на джунглях еще не был. Нам нужно топор. Я вот вбил. И сзади там, гляньте, там этот пустынный биом. Или как там, он лесной биом. С ягодами. Да это вообще не мир, а сказка. Плюс... Это что за деревья? Это что такое? Оцелотики. А вот вопрос, что это такое? Ладно. К этому мы будем... Туда мы пойдем в следующую серию, потому что я боюсь... Ходить я слишком много всего добыл и не хочу потерять опять. А у нас уже, блин, вечереет, и нам надо. Ага, вот как мы далеко дошли. Нам надо вот сюда как-то. Вот с этим-то проблема, я же говорю. Главное, чтобы мы никого лишнего не встретили. Но у нас есть все-таки щит. Он вообще супер помогает. Ведьма, ты мне не интересна. Я с ведьмами не хочу биться. Капец. Два скелета. Ага, воду нельзя идти. Потому что там эти упыри. Морские. А вот нам надо вот так все. Ой, мы, по-моему, сейчас заблудились. Да, мы сейчас, по-моему, заблудились. А нет, у нас есть одно море как ориентир. И поэтому, я надеюсь, нет.
Палка. Давайте, тростник мне нужен тоже. Полезная такая вещь. Да, надеюсь, это оно. Это наш дом. Ведь, да, это ориентир. У нас есть хороший ориентир, как речка. Ну, нам надо бежать, потому что, чтобы не было, мы сейчас делали такое, столько хороших вещей. Прыгнуть не надо. Да, это оно. Надо будет иногда факел ставить. Это чтобы определялись мы. А у нас мало еды, мы голодные. Это наши горы? Это наши горы, да? Стоп, поглянем. Да, это наши. Надеюсь. За это сколько у нас выходит видео длится? Угу. Ладно, потом посмотрю. Блин. Крипер. Да, наш дом. Мы вернулись домой уже второй раз. Да после таких путешествий реально радоваться можно. Ну, блин, в таком биоме родились. Это видео, конечно, не станет настолько популярным, но оно станет для меня как достижением. Гигантским достижением причем. Надо быстро пойти к нам домой. Сейчас поспим ну, можно сказать, подсимы. В общем, и сейчас мы поспим и посмотрим, что мы за весь этот видеоролик добыли нового. 27 минут. У нас стак арбузов. 23 бамбука. У нас уже появился котел. Одна пузырек, но он нам не нужен. У нас есть кувшинка. Кстати, редкая она. А теперь посмотрим на карту. Можно вот щит убрать? Он нам уже сейчас не надо. Из карты. Мы попали вот... если вы видите, вот такая черная речка. Это мы попали в грибной биом. А, ну как, он такой болотный биом. За ним джунгли биом. Вон там с краешку. Мы просто его мало обследовали. И за ним уже есть дом с этими, как там? С мародерами. Вот, мародеры. И это все, блин, за одно видео. Я такой рад. Просто столько... просто не смотрел, никуда не заходил. Только сидел у себя дома, а я и вышел, и теперь вы видите, сколько всего мы добыли. За одно видео. Ну да, я больше был как фермер. О, да, это редис у нас он готовит. Или как там его называется. Меня иногда лагает, когда я прям много зажимаю, но нет, ничего. А это мы трогать не можем. И это мы можем, да. И там морковка у нас готова. Да, она у нас готова. Когда она такая, то она готова, да. Сейчас мы вырастем. И, блин, у нас есть арбузы. Только вот уже у меня другой вопрос, куда мне их девать? И моя ферма уже, блин, закончилась. Что мне теперь с этим всем делать? Ну ладно, обширять я ее нету смысла. Потому что она и так большая. Нам надо еще с краев вот таких. Все. Ну вот так сверху поставлю. И мы сейчас к тому же покормим. А не, вот тут еще один. И глянем, где еще не хватает. Где свободные участки. Здесь все, здесь все, здесь все, здесь нельзя трогать. И вот последний свободный участок.
и пойдем. Ух, мы не разбились. Там такой легенький прыжок был. Сейчас мы покормим наших животинок. Курицу, кстати, надо новую будет взять. Овечки. Овечки, я снимаю видео, не надо так вести себя. Что, корова, что ты делаешь? Главное, чтобы ко мне не пришел бан. Стоп, у нас одна лишняя. Прости, но сегодня у нас день убивания овечек. Потом корову. Мне нужны коровы. Ты корова, и ты корова. Ты овца, и ты овца. И тебя, овца, мы пострижем сейчас. Подожди. Ага. Все, стрижка. Значит, так, мы вот так берем. Достаем все. Иди сюда. Иди сюда. Закрываем и все. Сынки, у меня, по-моему, для вас тоже есть сюрприз. А, нет. Ну, не бойтесь, свинки, я вас скоро буду кормить. Да, не обижайтесь. И видео, думаю, у нас слишком большое вышло. Логично. Я буду на этом прощаться. Всем удачи и всем пока. И если вы хотите еще, чтобы я снимал Майнкрафт чаще, то или пишите в комментариях, или больше ставьте лайк. Вот прям удивите меня, чтобы я снимал то место какой-то другой игры, Майнкрафт. Кстати, я, может быть, буду теперь сокращу немного с играми, потому что много игр лишней. Крипер, дверь. И крипер, ладно. И я, как я говорю, что мне придется избавиться от игр-квестов. И на стриме я буду еще снимать Майнкрафт. Я как раз завтра, если вы хотите, я могу и Майн снять. Ладно. Я слишком много говорю. И все-таки опять говорю. Поставьте лайк, если вам хочется еще раз посмотреть и продолжение узнать. Я буду на этом заканчивать. Всем удачи и всем пока-пока. Извини, что ударил.